Георгий, что по игре скажете сегодня? Ну, хорошая игра. Считаю, что мы доминировали сегодня в этой игре. Вот, конечно же, то, что не забили, это, ну, наверное, нехорошо, да, потому что ничейный результат. Хотели, конечно же, выиграть сегодня, но все нормально, все идет своим чередом. Разберем, конечно же, игру. Были и ошибки, были и хорошие моменты, и хорошие подходы. Поэтому идем вперед. Сегодня вы вышли с капитанской повязкой. Как ощущения? Ну, очень приятно было, что Станислав Саламович доверил мне сегодня выйти в качестве капитана. Поэтому, конечно же, большая ответственность. И ну, это приятно. Сегодня было много изменений в составе. Насколько сказалось на конечном результате? Ну, в конечном, как сказалось, наверное, не совсем корректно будет, да, с моей стороны говорить. Но то, что многие ребята сегодня дебютировали и многие ребята вышли сегодня в стартовом составе, кто этого ранее не делал, конечно же, с одной стороны, за них очень рад, вот, а с другой стороны, и эта игра тоже поможет нам в дальнейшем хорошо друг друга почувствовать, притереться, поэтому все огромные молодцы. Спасибо большое.